Тем временем накануне в Якутске прошла акция в память о погибших в Петербурге. Жители столицы почтили память жертв трагедии и приняли участие в зажжении свечей. Акция прошла на площади Победы, на аллее городов-героев. Это такой акт, который несовместим с человеческим понятием. Особенно важно, чтобы это молодежь понимала, молодежь воспринимала. Вот таким провокациям, чтобы вы не подвергались. И просто вы понимали, что за этим кроется. И такие террористические акты на территории Российской Федерации, они недопустимы. Вот за это мы должны бороться.